Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как быстро прокачать навык вождения в GTA Online. Способ абсолютно легальный, это не глич и даже не баг. Поехали! Специально для того, чтобы показать вам этот способ, я создал нового персонажа. Как можете видеть, навык вождения не прокачан, но сейчас мы это исправим. Кто-то говорит, что для прокачки навыка вождения нужно ездить по встречной полосе. И это правда. Но времени у вас уйдет куда больше, чем с помощью этого способа, который я вам сейчас покажу. Для этого вам понадобится любой мотоцикл. Встретить мотоциклистов можно чаще всего в Лос-Сантосе. Мне не повезло, и найти мотоцикл мне удалось только после 10 минут поиска. Чтобы использовать этот способ, вам понадобится прямая и достаточно длинная дорога. Идеально подойдет аэропорт Сэнди Шорс и Малс. В аэропорт Лос-Сантоса вас должны пустить, но если по какой-то причине проехать туда не получается, то у западных ворот есть трамплин, через который можно попасть в аэропорт. Приступаем к прокачке навыка вождения. Едем по взлетной полосе. Параллельно нажимаем левый Ctrl, чтобы встать на дыбы. Таким нехитрым способом у нас получится прокачать навык вождения до конца примерно за 35 минут. Как можете видеть, это у меня и получилось. Я надеюсь, что я помог вам с этим способом. Если это так, то ты знаешь, что надо сделать. Тебе не сложно, а мне приятно. Всем пока.